Всем привет! Вы на канале Дневник Домохозяйки, кто зашел впервые. А кто не впервые, знает, что мы отдыхали. Вот сегодня вернулись. Не знаю, за что хвататься, конечно, дел полно. И огурцы выросли, и еду надо готовить. Катерина здесь, конечно, готовила, но перед нашим приездом все закончилось. Ездили сегодня в магазин с утра. Саша уже на работе, потому что, ну, ему тоже нельзя надолго. Это все в его интересах. Вот, такие дела. 5 килограмм огурцов. Сейчас покажу вам. Вот, видно. Ой! 5 килограмм огурцов. Екатерина мне тут насобирала. Но они, конечно, есть некоторые уже и такие большенькие. Есть и вот такие. Сейчас все забабахаю. Огурцы по-фински. Так. Съездили мы замечательно. Отлично. Единственное, что, конечно, маловато в этот раз. Буду между делом кабачок строгать. Поболтаю немножко. И буду, давно не болтали. Болталочек не было. Сварил уже борщ сейчас. Обедать будем. Ну, немножко такая неприятность у нас случилась. Когда из гостиницы вышли, сели в машину. Смотрю, Женя какая-то такая вяленькая. Говорю, Евгеш, что с тобой, не выспалась? Да нет, мам, голова что-то болит. Я думаю, ну ладно, в дороге, конечно, может и голова болеть все-таки в дороге. До нас была целая машина. А потом домой-то приехали. Я что-то до нее дотронулась, а она горяченная вся. То есть вот такая небольшая печалька. Либо под кондиционером где-то ее прихватила. Ездили сегодня, правда, к доктору. Катя возила нас. Катя в отпуске, говорит. Ну, доктор сказал, что нет, у легких все чисто. Горлышко красное. В общем, вот, брызгаем горлышко. Ну и температурка была с утра. Так что вот, такие дела у нас. А я, конечно, у меня тут дел полно. Сейчас вот пожарю кабачок с беконом. Любимый рецепт. Я все девчонкам на море там жарила. Вот. И в огороде тут, и травка, и с помидорами надо заниматься, и чемодан надо разбирать. Ну, в общем, короче, как-то так. Начала я с приготовления пищи, потому что, что, все дома. До одного, исключая Сашу. Саша уже умчался на работу, его уже ждали с нетерпением, как бога. Вот. Но все равно он придет. 6 вечера. Надо будет кормить ужином. Сварила борщ. И занимаюсь одной рукой чемодан. Где-то что-то разбираю. Второй рукой стирку ставлю. Огурцы уже приготовила. Сейчас замочу. Ну, в общем, вот так. Неделя отдыха. Теперь у меня еще неделю отпуска. Мне на работу со следующего понедельника. Вот всю неделю посвящу домохозяйству. Не зря же канал называется «Дневник домохозяйки». В общем, вот. Сейчас занимаюсь кабачком. Ну, кому интересно, оставайтесь. Покажу, что делала, что у нас в огороде творится. В общем, всем моим друзьям, кто нас смотрит, оставайтесь, посмотрите, как у нас сейчас обстоят дела в нашем царстве, государстве. Так, ну что, сегодня что-то я разошлась вообще тут не на шутку. На обед готовила борщ. Делаю свой фирменный кабачок с томатом, базиликом и сулугуни. Замариновала ножки. Сделала в духовке. И Евгения попросила куриную грудку в сливках. Что-то да, я прям разошлась. Надо гречки еще сварить. Вон всю плиту обляпала. Сейчас, кстати, борща поели. Салатик еще надо сделать будет.
лучком синеньким, с красненьким, сине-красненьким. Там-то мы всю неделю не готовили, ходили в столовку классную, прям ее было с балкона видно. Вообще там замечательные цены, замечательные повара, незамечательное меню. А тут, видать, дорвалась я сегодня, думаю, прям наготовлю все одним махом, и пусть все это будет в холодильнике. Ну что, голени готовы в пакете. Салатик сделала. Скоро Саша с работы вернется. Скажет, во, у меня жена разошлась. Голени, салатик. Спагетти сварил его любимый. В общем, короче, я сегодня посвятила день приготовлению пищи. А завтра уже займусь, наверное, чемоданом. Сейчас покажу вам, что творится вообще. Ну хотя, что показывать-то? Вот что творится на входной. Вот эту обувь всю нужно перемыть. Сумки вот здесь, вот обувь с дороги. Мэри даже меня поддерживает с райдером в моих начинаниях. Да, Мэрика. Вот, как приехали, как разулись, все бросили. Сегодня только пледы перестирала дорожные, полотенца. И вот такая у нас ерунда. Все никак не это. Не, ну, вот времени уже сколько? 7:00. Ой. Да, 7:00. Саша уже скоро вернется с работы. А я так, у меня руки никак и не дойдут до чемодана. Надо все просто разобрать. Пока не до этого. Наконец-то руки дошли до огурцов. Но поскольку они есть и крупные. Катя их не каждый день здесь собирала. Поэтому делаю по-фински. Две полторашки уже сделала, еще будет две. В общем, совмещаем приятное с полезным. Ну вот, 4 банки получилось у меня огуречков по-фински. Не буду много вообще консервировать. С того года еще все осталось. Сейчас что-то очень мало едим, очень мало. Икру кабачковую варю, вроде вкусную, но магазины им больше нравятся, моим. Чемодан так и стоит. Вчера мои руки не дошли. Вчера все больше готовила. На улице у нас погода испортилась. Холодно. 20 градусов. Сейчас буду блины делать. Вон, тут не знаю, что, посуду наставляю. Паша вчера блины попросил. Смотрите, какая у меня красивая картина из окна. Сюда сейчас флоксы благоухают. Еще надо мне таких розовых и белых, чтобы у меня все 4 вида были. Ну что, сейчас займусь блинами. Ну вот, намешала блинов. Немножко прям, чуть-чуть, по 2 блинчика. Пеку такие небольшие для Павла. Все уже поставила стирку с утра, чтобы перестирать там что. Вот такие небольшие, Пашка, с сгущеночкой. Я вчера овсяный блин делала. Он мне говорит, баб, что это за блин? Ну, видно, там отсвечиваю. Всем привет. Вот так вот. Сегодня у нас уже второй день, как мы вернулись. До огорода руки еще вообще не дошли. С утра очки напялила. В окно отсвечивает. Вот так вот, да? В общем, вот, пеку блины для Павла. Ну, не только для Павла, всем по блинчику. Всем по блинчику. Вчера я наготовила, думала, что на 2 дня.
Ну, у нас у Евгении аппетит все время после 11. Сначала нагуляются, потом это. Саша на работу взял. И походу сегодня опять буду. Котлет, наверное, сегодня пожарю. Да гарнир какой-нибудь сварю. Уже не буду так выпендриваться. Вот такие дела. В общем, с утра опять на кухне. Вернулась в свою стихию. Доброе утро, страна. Доброе утро. Ну как, ты доволен, что сегодня блинчики? Я по твоим губам вижу, на которых сгущенка. Как ты тут без нас неделю-то? Ну так себе. Скучал? Да. Да и мой зайчик. Ну так вот получилось у нас в этом году. Больше без вас никуда не поедем. Да? Ну давай кушай. Приятного аппетита. Салфеточку тебе надо, да? Еще полить. Еще полить. Ладно, пошла поливать сгущенкой внуку. Улыбнись хоть. Сегодня собрание в школе. Пойдем с матерью. Капец. Первый класс. Ну что, лед тронулся. Все. Чемодан разобрала. Стирку всю перестирала. Красота теперь на террасе. Диванчик. Можно посидеть, отдохнуть, чаек попить. Ну, оставила халат вот этот. Потому что мы тут еще планируем кое-куда съездить. Думаю, что он мне там пригодится. А так все летние вещи я всегда вкладываю в чемодан. Те, которые не нужны. Вот, в чемодан. Он же свободен. И я оставляю прямо на террасе. Пойду теперь дальше заниматься обувью. С чемоданами разобралась. Теперь нужно разобраться с обувью. Живет у нас 7 человек в доме. И у каждого по 5 пар. Ну, кто считать умеет, вот и считайте. 35 пар обуви. Такое ощущение, что ты заходишь не в дом, а когда открываешь дверь на входную, попадаешь в магазин обуви. Пошла разбираться с обувью, наводить порядок на входной. Пока я собиралась, на улице ярко светило солнышко. Только вынесла всю обувь в огород. Думаю, сейчас я ее помою, поставлю вдоль дома. Белье у меня еще висело, сушилось. Как пошел ливень. О, смотрите, лужи какие налило около бани. И до сих пор идет ливень. Ну что, пришлось накрыться полотенчиком. Накрылась вот этим полотенцем дежурным в бане. И что, домывала? Что делать-то? Обувь домывала, только сушить-то хотела на солнышке. А получается, что сейчас вот Лан хоть есть в бане, в передбаннике. Все поставила сушить, где возможно. Белье, ладно, хоть успела. Хорошо, что я была в огороде, успела снять белье. В общем, как-то вот так вот. Ну и, соответственно, вот такая вся я мокрая. Вот, намочилась, но зато обувь всю перемыла. Теперь просушивается, пускай в бане. Ну, если будет солнышко, вынесу. То есть, где было место, все место заполонило обувью. Вот, едем на юг втроем, везем 2 сумки обуви. У каждого тапки для плавания, сланцы, кроксы. В общем, короче, капец какой-то. Багажник битком. Сделал все дела. Идем с Катериной на собрание. У нас в этом году ученик. Идем в первый класс. Снова в нашу школу, в которую 7 лет ходила Евгения. 7 лет она сюда ходила изо дня в день. Вот сейчас Павел идет. Нашу 11-ю школу. Ненадолго мы с ней расстались. Идем домой. 2 часа на собрании сидели. С Катериной уже есть захотели. Слопали по мороженому втихаря. Ага. Чтобы никому не покупать. А потом они во влоге узнают. Ну и что, нам пофиг.
Мы 2 часа просидели на собрании. Директор был удивлен немножко. Он сначала подумал, что я 3-го ребенка привела сюда. Нет. А потом сказали, что внук. Вот такой наш влог будет на сегодня. Я тут иду такая вся в Дольче & Габбана. Зашли в магазин. А то что-то у нас ни в одном санузле нету самого главного атрибута. Так что всем пока. До новых встреч. Заходите, ждем вас.